Приходит к женщине мужчина, с собой бутылку к ней несет, и важно, следует печенье, мозги полощет, то да сё, рисует всяческие дали, сиреневые в основном. И тихо давит на педали, и помышляет об одном, он деву бедную пужает, потом напротив веселит, и на коленочки сажает, и с ней отчаянно шалит, потом ракетой взорвется до самых этих облаков, а после к стенке отвернется и захрапит себе легко. И забывает про напевы, и про дегзаметров игрой, наплевать ему на деву, как, впрочем, и на все вокруг. А дева бедная устала, грустит о выбранной судьбе, пытаясь честно одеяло из-под него тащить к себе. К чему нам этот курс стагнации, ведущий в кризисный разгул? Не бойся, милая, отдаться, я спать потом ведь не могу. Закончим с этим безобразным явлением.